Женский хор «Верные подруги» появился в центре Вера не так давно. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» было решено возродить славную историю певческих коллективов учреждения. Раньше он назывался «Фронтовые подруги», потому что у нас участвовали женщины, которые были участники Второй мировой войны. Но сейчас их уже многих нет, поэтому ансамбль у нас продолжает существовать. Фронтовые подруги около 15 лет выступали на праздничных концертах и мероприятиях Ленинского округа. Из прежнего состава в обновленном хоре присутствует несколько участниц. Татьяна Андреевна Казакова была выбрана старостой коллектива и делится своим опытом с подругами. Мы приглашаем в наш ансамбль еще женщины нашего возраста, что мы поем, главное, для себя, для того, чтобы песня – это наша душа, и мы живем этой песней. В репертуар хора входят как песни военных лет, так и любимые советские композиции. Репетиции проходят 3 раза в неделю. Занятия проводит руководитель ансамбля, музыкант Николай Жидяев. Кроме исполнения песен с различными вокальными партиями, на репетициях отрабатываются хореографические элементы. Я общаюсь с хореографами, мы ставим танцы. Песни я слушаю тоже в интернете, набираюсь опыта, какие-то старые очень песни, которые забыты уже. Елизавета Ивановна Брусенская переехала в Видное недавно, но, узнав о существовании хорового коллектива, сразу влилась в состав участниц. Коля пришел, и я пришла сюда, потому что я люблю петь, я люблю, хоть и голос и плохой, но все-таки как-то среди людей, то есть среди одной же тоже хочется что-то. Центр «Вера» приглашает всех желающих присоединиться к хору «Верные подруги». В составе ансамбля 10 женщин, но летом репетиции проводятся в сокращенном формате. Летний сезон, и многие получатели услуг стараются бывать на даче, на своих приусадебных участках, но, тем не менее, они все равно находят время для посещения центра, для посещения занятий и по изобразительному искусству, и по скандинавской ходьбе, и, конечно, на хор приходят. Тем временем коллектив разучивает новые песни и готовится к выступлениям после снятия ограничений. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.